Всем привет, ребят! Приехал очередной пакет, как всегда, из Китая. И здесь очередные плюшки для моего авто, для Шкоды. Итак, здесь у нас находится проекция в двери. По идее, здесь две штуки. Заказывал еще две, ну, как бы во все четыре двери. Будет выглядеть как-то вот в виде этого. Когда дверь открываешь, включается подсветка под ноги, да, получается, просто красным цветом. Здесь у нас, по идее, есть проекция. Итак, оценил продавец в $6, стоил, по-моему, не помню, в районе 8, наверное, долларов комплект, две штучки. Что самое интересное, вот такие вот проекции продаются, оказывается, на все машины, на все марки, на Audi, BMW, Chevrolet, по-моему, даже на Ладу есть, я вот точно не помню. Так, называется она у нас 3D Shadow Light, Shadow, теневая подсветка, или как она переводится. Ну, здесь все на английском, китайщины нету, видимо, сделано на импорт куда-то там для продаж. Так, а будет написано, что здесь? Так, LED, New Energy, Energy Saving. Мне вот главное, что интересно, чтоб не ругалась приборка, что стоят другие лампочки. Если здесь стоят LED-овские, то, скорее всего, при замене может гореть значок. Ну, проверьте лампочки, да, как бывает так очень часто. Вот такая у нас упаковка. Хотя, в принципе, у меня сейчас горит там ошибка, потому что габариты я поменял на ледовские лампы, но конкретно не под мою машину, а какие-то такие простые, дешевые. И бывает иногда появляется ошибка. Не постоянно, но появляется. Так, а здесь у нас вот такие вот штуковины. Давайте сразу смотреть по корпусу. Вот наша проекция, насколько я понимаю, да? Выполнена, кстати, довольно качественно. Что-то там болтается. И здесь тоже. Ну, давайте смотреть. По внешней стороне, вот родной от Superba, это уже Китай. Какой-то он немного такой, знаете, темнее. Снаружи у нас идет здесь такая клетчатое стекло, а здесь у нас полосочку родное. И также проекция сразу. По фишкам, в принципе, здесь еще регулятор есть. Да, регулятор проекции есть, фокуса, скорее всего. По защелкам. Одна защелка у нас есть, вот она. Вторая расположена, да, точно так же, как и здесь, левая. По фишкам. Фишки у нас одинаковые. И здесь у нас обычно стоит лампочка, здесь у нас стоит сразу проекция. Сверху по зажимам. Здесь у нас металлические, здесь у нас просто пластиковые. Вот это уже может быть загвоздочка. Еще точно не знаю, ребят. Давайте смотреть по внутренностям. Так. Здесь она у нас снимается. В принципе, очень легко. И стоит такая вот обычная лампочка. Лампочка, и здесь, я не знаю, предохранитель или что это у нас. Диод какой-то. Двухконтактная, по идее, лампа. Доставать не буду. 5 ватт, 12 вольт. Так, а здесь у нас, по идее, также должно легко все разбираться. Так, достали. Да, ледовская. Может, даже будет ругаться. Но мы это обязательно сейчас проверим, ребят. Сходим и поставим. Так, когда снимаем корпус, здесь проекция эта начинает болтаться, да? Значит, она здесь не фиксирована. Ее можно как-то достать. Свет у нас подается. Так, сзади есть даже металлический радиатор. Ну, светодиоды, знаете, здесь вот внутренняя микросхема. Вроде все аккуратно сделано, аккуратная паечка. Так, надо открутить, наверное, да посмотреть. Так, контакты достаем, и проекция достается. Да, на проекции самой также стоит диод, он и будет светить, да? А это получается дополнительный свет из светодиодов. Проекция имеет довольно тяжелый радиатор. Давайте поближе и посмотрим, как здесь что выглядит. Довольно такой массивный радиатор, он чувствуется, что он тяжелый, чтобы этот светодиод не перегревался, да? Как говорится, отводить тепло. Ну, в принципе, здесь все так аккуратно паяно. Знаете, придраться к ней к чему. Каких-то соплей особо-то и нету. Ну что, теперь нам нужно пойти да подключить. Так, проекция. А вон вижу значок Шкоды внутри. Шкода Auto. И зеленый значок по центру. Значит, по идее, он и будет у нас светиться. Так, а это у нас сам кадр. Вот он, ребята. Просто заменяется вот этот картридж на любой, ну, как говорится, на любую проекцию. Если вы там хотите какую-нибудь там надпись, да, сделали, оформили прозрачную такую вот,
и будет вам то, что вы хотите. Не обязательно именно значок вашей машины, например, там какого-нибудь волка или дракона или еще что-нибудь. Вот так, ребят, эта вот фишка, она разбирается, вот она здесь у нас, да, разбирается очень легко. И достается вот эта пластиковая плюшка. Вот, видите, ребят, он Шкода. Видно, это кусочек пластика, такое фотоэлемента, можно сказать. Вот и вся, ребят, проекция. Ну, в принципе, стоит не очень дорого, а смотреться будет эффектно, я думаю. Даже очень интересно. Так, поставить ее ровно, чтобы значок наш не был перекошенный. Надо потом поискать такие вот проекции. Я думаю, они продаются все отдельно. И просто купить каких-нибудь других. Вот так по центру ставим. И все. Ну, стекла здесь, это все пластик. Линзы. Ставится это обратно. Так, как это ставится? Я-то уже не помню. По идее, вот так. Или нет? Кстати, что самое интересное, ребят, заметил. Сам диод у нас производство Cree. Если видно, вот здесь написано. В принципе, у нас светодиод не какой-нибудь подвал No Name, а именно фирмовые стоят светодиоды. Довольно известный светодиод, который, ну, служит очень хорошо. Поэтому уже есть надежда, что он не перегорит буквально через 2 дня. Кстати, корпус сделан явно не под эти светодиоды. Так как, смотрите, что заметил. У нас фишки, да, для винтиков 4, а их всего здесь 2. И в микросхеме только 2. Так что делают корпуса, наверное, под разные светодиодные вот эти панели. Где-то просто, скорее всего, освещение, где-то под проекцию, а где-то именно уже под что-то определенное. Собираем ее на место и пойдем сейчас проверять, как оно светит. Хотя еще не особо стемнело, но подождем. Подождем немного и проверим. Ну, в принципе, что? Сразу пока первое впечатление, качество хорошее. Светодиод на проекцию у нас стоит не No Name, а именно уже брендовый Cree или Cree, как оно правильно читается. Ну, те, которые вот ставят светодиоды в фонариках этих китайских, да, не обязательно в китайских, в некоторых брендовых также ставят. Так, вроде нормально закрутил. Все, ребят, собрали. Второй, в принципе, у нас должен быть точно такой же, без каких-либо... Он тоже трясется. Ну, можно немного доработать. Если, например, будет мешать, в двери будет трястись. Да, точно такой же. Разбирать его смысла дальше нету. Проекция что-то вот болтается. Ее можно будет потом зафиксировать. Кусочек этого клея, ну, силиконового, который вот с пистолета этого выдавливается. И все отлично будет. Вот такие вот, ребят, дела. Поэтому ждем второй комплект. Так что, ребята, заранее, если видео вам понравилось, не забываем поставить лайк, подписаться на канал. Ссылки на данный товар будут под видео. И переходим к просмотру и установке вот данной проекции в машину. Так, ну что, ребята, выехал я вечером на улицу. Пока сходил в магазин, а на улице уже дождь. И вот думаю, как же мне сейчас вставлять эту проекцию и показывать вам. Но я думаю, сейчас мы пока посидим в машине. Так, проекции я все взял. Родную взял, вот она у нас родная, и две китайские уже с логотипом Шкода Auto, да, и птицу эту зеленую. В будущем планирую, может, где-нибудь заказать те сами, ну, фотоэлементы с какой-нибудь крутой картинкой, и будет довольно интересно выглядеть. Ну что, по фишкам она, в принципе, будет подходить один в один. Сейчас давайте, нет, сейчас у нас дождь. Ладно, дождь не дождь, а вставлять надо. Попробуем как-нибудь вот так аккуратно. Так, здесь у нас фишка торчит. Так, она у нас вот так. Фишка у нас входит без проблем. Раз, и загорается. Ух, слышите, ребят, крутяк. В принципе, красная подсветка осталась. В бок, да, только она ярче, потому что она ледовская. И горит вон проекция. Шкода Auto. Очень прикольно, ребят. Смотрите, если подальше, ух, подальше, если отводишь, то она на всю эту. Вообще крутяк. Блин, не ожидал, что это будет так эффектно.
Так, ладно, эту надо ставить. Пусть она здесь и стоит. Посмотрим, как по креплениям. Встанет она или не встанет. О! Ого, как плотно стало. Да, все-таки пластмассовые крепежи будут покруче. А теперь уже и не снять. Это, конечно, плохо. Может быть. А с другой стороны, может, хорошо, что она так очень плотно сидит. Потому что родная у меня немного, она вот ходила так. Потому что там металлические крепежи. Ну, вот сейчас покажу. Кто не видел. Так, заляпала всю камеру. Вот здесь, видите, металлические крепежи. А здесь у нас они пластмассовые. Вот, не с этой стороны, вот с этой вот, пластмассовая. Поэтому, когда вот родные стояли, она немного ходил, этот вот. А уже здесь она не ходит. Так, дверь если шатать, то ничего не болтается там. В принципе, все отлично. Так, дождь прошел. Ох, отлично. Сейчас буду ставить в другую дверь, в заднюю. И посмотрим, как это смотрится со стороны. Так, итак, ребята, решил сразу записать весь процесс, как достать родной. Вот наш родной. Просто светит желтым цветом и в бок немного таким красноватым отдает, да? Я думаю, вам сейчас это все видно. Сейчас немного уберу ИСа, потому что оно будет шипеть в видео. Вот так оно у нас все светит. Родной, в принципе, достается очень легко. Сразу достается у нас стекло. Стекло вот так вот достается очень легко, сам плафон, ну, пластиковый. И также достается потом сам плафончик. Вот она, наша лампочка здесь простая. И фишка стандартная на два контакта. Отключили. Так, вставляем проекция. Так, здесь у нас фишка. Вот так. Вот и проекция Skoda Auto. Надо ее, конечно, перевернуть. Так, ни в одну, ни в другую сторону. А, она получается у нас в другую дверь идет, ребят. В пассажирскую, в правую. Да, ребят, вот она что. Ну ладно. Поставим сейчас. Так, как же ее здесь зацепить? Так, все, как вкопанная встала. Ну и смотрим по освещению. Да, красного цвета стало больше намного. И Skoda Auto. В одной и в другой двери. Со стороны смотрится. Ну, довольно прикольно, ребят. Вот такие вот проекции. Их, конечно, надо перевернуть. Ну, против часовой, чтобы прямо было. Здесь она вот почти правильно. А это надо было ставить в пассажирскую на переднем, в правую дверь. Скорее всего. Осталось нам два элемента еще распаковать и поставить во все двери. Ну так, конечно, зачетно. Картинка очень четкая, что мне очень понравилось. Skoda Auto. Смотрите, ребята, на асфальте. Конечно, встал, конечно, на полосу. Было бы лучше на полностью черном асфальте. Ну, на синем, или какой он там у нас цвета. Но смотрится классно. И подсветка, кстати, боковая тоже очень крутая. Поэтому, ребята, к покупке я рекомендую. Ледовские. По ошибкам сейчас я вам скажу. Так, давайте полностью надо закрыть двери. Так, двери закрываем. Достаем ключ. Так, вставляем. И что он у нас покажет? Номерной знак, да, у меня отключен пока, временно. И все, да? Лампочка у нас горит, но она будет пока гореть постоянно. Так, а если включить? Машина сейчас не заведена. Покажет, но габариты сейчас не показывает. Показывает только на номерные знаки. Они у меня отключены сейчас. Так что, ребята, ошибку на эту не показывает. У меня обычно сразу, когда включаешь, показывает, ну, везде, где левые лампочки стоят или где-то перегорело, показывает, что, ну, проверьте номерной знак, проверьте габарит или проверьте одну дверь там водительскую или правую дверь. Если не сообщила, значит,
ошибка на эти двери не идет. Это очень круто.